Как у самого дела? Мне бы на работу. Деньги хочу. Не нужны? Я бы с удовольствием, но бабло надо, сука. Ебучий капиталистичный мир. Дует из меня все ресурсы, а мне это еще не нравится. Ну, я же работаю попеременно, поэтому все жду, когда будет работа. Do you know the way? 1600 FPS на загрузке. Чё-то ору. Vincent, motherfucker, I'm dying. Как я орал с тобой. Скрипом был. Но мы уже убежали, у нас уже сейчас будет то веселье. Много копов. F, press F to invite friend. Ясно. Ты уже подрубил стрим? Окей. Не лагал? Сейчас посмотрю, что как. What's up, fuckers? Сейчас, подожди. Еще раз. Я был Лио. Да, ты так был. Это я за васаби сажусь. Murder. Сейчас будем смотреть. Сейчас психану и реально схожу купить микрофон какой-нибудь за 1000. Не надо? Ну, за косарь-то вроде неплохой, но лучше, чем вот это говно. See that house? Let's check it out. Nice. Хотя сестру за голову отправить, хотя там еще сишки надо было взять. А я знаю, что ей не продадут, блин, обидно, пришлось самому уйти. Так что поэтому я задержался. Да чё тут помню? Сейчас надо мне тебя разместить как-нибудь, чтобы как это сделать. Пока подходи. А вот тут чат есть. Подожди сейчас. Все, я тебя хочу. О, да. Давай деревяшек сейчас познает мой колышек, гвоздик. Какой же Липтон говно, блин, купил 1.5 литра, теперь давлюсь им. Жалко выбрасывать.
Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Yes, this. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Я за свой вариант, потому что okay, then. Лошадок жалко. Я в хапы смотрел, но там типа их потом не собрать же все. Yeah, далеко бегут, большая территория. Поэтому, короче, лучше пойти и пизданать дедушку. Hey, так, никуда не уходи, идем за мной. Смотри, залезь вот сюда на крыльцо. Ну, ты уже пропустил? Ну, ладно. Все, залезай. Второй путь. Влево уходи. И давай так. Ладно, иди звони в дверь. Не-не-не, попозарься. Get back! Who the hell are you? Honey, stay back and call the cops! Honey, he's got me! Давай, хватай его! Хватай его! Damn criminal! Damn criminal! You're gonna pay for this! Careful, honey. Just calm down, you're gonna be fine. They can't get away with this! Look at us! We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals! Damn criminals! Да, я тоже чувствовал right. Этого. Let's find some new clothes. Отъехал. Yeah, and I saw a truck in the other barn. Go шляпки возьми, Петерский. Good idea. По-моему, шляпки нельзя, их можно примерить. Давай. My wife always says that I don't look good in hats. Let's prove her wrong. Возьми розовый. Hell yeah, I look good. Есть, она кривая просто. А, я хочу оставить шляпу, ну бля. Подойди, нажми на Е. Или там. Never really been a hat man. Hey, Vincent, let's change clothes. Hey, my grandma had one of these. Слушай. I used to be pretty good at this. Steady now. Oh, все похерен. Yeah. Пойдем играть на инструментах. Вниз. Не надо шить. Так, что ты хочешь? Я помню, этот Винсент хорош на пианино. Хочется играть в такие игры, такой кооп. Об этом я не знал, я это случайно узнал на стриме. Ну и потом, короче, с Мирычем мы пробовали, но мы что-то долго возились. Да, давай попробуем поменять. Коки. Я медиум выбирал. Nice.
потому что меняться надо. Ну, типа, я хорош в том, а ты в этом, типа. Тут специальная игра делает так, чтобы сложнее было. Порядке и все. Yeah. For the love of... Ебать, давай попробуем. Давай экстрим. Ебать, пиздец, сложно будет. Давай снова поменяемся. Да, экстрим. Давай сейчас поменяемся, экстрим выберем. Так, я АФК, одну минуточку. I can't believe these were actually used in wars. I knew it. It's only decorative. For the love of...
Okay, yeah. Starting to look puffy. А. У меня в голове лагает эта мелодия, блин, ненавижу его, поэтому Оссу там половина просто битов не попадает. Я пытаюсь на превентивные эти нажатия делать, а у меня не получается. Блин, закрылись, найс. Помнишь, когда этот в тюрьму он только приезжал, там все было показано, а сейчас почему-то закрывается. Ру. Им, наверное, просто лень было анимацию делать того, как они переодеваются. Не путю. Моднявый, да? Отлично. Погнали. Hi, buddy. Want some hay? Hey, Vincent, get over here. I need some help. Vincent, come over here and help me out. Логично, что же с другой стороны. Hey, Vincent, get over here. I need some help. Слева от дома, слева, вот смотри, видишь дом, да, вот слева, вот по этой дорожке идешь, прямо сюда приведет. Vincent, come over here and help me out. My God, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey. Так, все, наконец-то я спроводил всех лишних. Yeah. Sure и остались только мы. I don't know, man. It's not like we have a choice. Все, теряйте. Kirby's running on foot. Let's fix it up, and we'll be out of here in no time. Поедем на Тарантасе. Только черт ты водишь. Или это... А, ты будешь водить, отлично. Потому что у меня лагает. I bet we can use this to lift the car. Смотри, я кол взял. Иди, садись. Садись. Ну, я под тебя подберу. Окей, нам нужно колесико. Давай так, я иду наверх, ты здесь ждешь. Это тебе пригодится, спрось там где-нибудь рядом. Hey, Vincent. I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Иди сюда, на крюк вешайся. Да-да-да-да-да, очень сложный. Молодец! Я тоже так наебнулся. Садись на Бибу, полетели. А теперь обратно. Ого, я тебя так оставлю. Подожди, что будет? Будет какая-нибудь реплика?
И сколько ты провисишь. А, блин, так неинтересно. Стой, стой, стой. Блин, я уже забрал то, что я бы этот колышек, он же вертикально держит. Я бы тебя прокатил, если бы ты еще упал. То было бы довольно весело. Ладно. Давай займемся делом. Давай. Уй! Все, прокатили. Возьми колесо. All right. Now it's attached. All right, tire. We just need to find a lug wrench to fasten it. Nice, конечно, управление. Нажмите, чтобы закрутить. В тюрьме хотя бы повеселее было там. Alright, let's lift this thing and remove the support. А, подними его, я уберу. А, точнее, убирай, да. Alright. Now we can roll at least. Давай, поехали. Жди. Да, согласен. Потолкать. Слушай, обычные геймпады от Xbox можно захерачить прямо сюда компу? 360-го. Супер. Ну да, я у друга проводной стрельну и куплю себе к концу недели нейр, наверное. По PUBG, короче, поднимусь и куплю себе. У меня уже 450 есть, еще немножко осталось. Автомат хочу пройти. Ну, слушай, она 1000 рублей стоит всего. Ну, я понимаю, всего, сейчас бы... Я смотрел обзоры. Ну, слушай. Ну, поставлю. Они ставят совершенно Steam-версию, я думаю. А не Steam-версия тоже лагает? These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. Да, учитывая твое железо. All right, the tank is full. What's next? Так, надо тебе прикурить. Jumper cables. Иди сюда. Let's pop the hood and try them. Садись, садись, будешь на газик нажимать. These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. Да зачем? It's connected. Try to start the car now. Oh shit! It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. It did, but still, I was in doubt. Sometimes, you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes? No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, shit! Take cover! О, Жене бы понравилось. Наш любит немецкий. Yeah. You die! Come on! Yeah. Come on! О, неужели я сзади? Все. У тебя FPS более-менее нормальный будешь водить. Да я помню, как мы ездили, блин. У меня 15 FPS, я просто врезаюсь во все, что находится на дороге. Это просто ужас. By the way, в PUBG мне с плохой FPS наоборот помогает. С калаша зажимать удобнее. Hey,
basin! We've got cops coming! Step on it! Get this piece of shit going faster! Just sit down, Leo! You're gonna fall off! У меня постоянно минус уши, конечно. All right! Here we go! Here they come! Hold on back there! Just focus on driving, man! I'll keep them off our back! А, ты сигналишь еще? Жми, ёкарный бабай, жми! Ехай, блядина, ехай! Блядь, дурак! Все помню, это дебила игра еще в карву. А, справа давай! Хуя ты же, бля, жесткий. Найс аймбот, короче, бля. Блин, мне прицел не видно просто. Сливается с этой хер. Да, ебаш бог. Сука, Лео такой неудачник, я просто не могу. Прикинь, за всю игру то эти два персонажа убьют только одного человека. То есть это, блин, настолько пацифисты они, прям. Ничего не взорвется, они просто... Блин... А, ты смотри, у них разбиты, ну просто движка не видно, но стекло все равно не бьется. Все горит, но все не бьется, они не взрываются. Типа максимально пацифистично. Двух людей убьешь, короче. Одного или двух, короче, в конце. Да даже не в этом дело, ну типа, не знаю, они просто решили сделать из них хороших парней, которые никого не убьют. Но довольно сыро получилось, что ли. Ну да. Ну, слушай, а сейчас бы не угождать, ну блин, в Call of Duty сколько киллов делаешь? Ну это, слушай, наверное, из-за Лас-Вегас шутера. У них же с этим определенные проблемы. У них все инфоповодом становится. О! Мне сейчас охуенно. Go. Да-да-да, водичку. Они такие... косоруки просто. Да, наверное, если ты подождешь немного, там игра тебя просто возьмет и убьет. Я боюсь, в один момент у меня, короче, мут микрофона не будет бобо. Открыли дверь, чтобы закрыть. Nice. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. All right, start rowing. We need to get going. Влево вправо и смотри, ну типа на Е, ну на ту кнопку. Типа, давай просто с двух сторон и гребет тот, ну вот смотри, сейчас гребешь ты, да. А если очень сильный поворот, я помогу. Я буду контролировать эту сторону.
Probably fish. Yeah, whatever. A fish. Probably salmon. You know what? It could have been a crocodile. Seriously? I don't like crocodile. Well, watch out then. Ну да. Но я все на минимум выбил, и меня не подлагивает. Hey, Vincent. Yeah. You think there aren't any bears in these woods? There are probably bears in these waters, Leo. Like I'd believe that. Да, ну, вообще окружение очень красивое. Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Оставь, оставь, оставь. Когда сильно прям надо контролить, вот сейчас, допустим, вот сейчас вдвоем. Так, уже перетекаю сюда. Все это я выправлю. Бери. Чуть немножко, да. Так. Все отлично. Теперь я подправлю. Не, да, в твой, да, в твой, в твой, в твой, да. Да, помощь пригодится. Но тут течение нас выровняет. Не выровняло. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Не, замесь один. Ну, типа, да, на левую сторону. Wouldn't it be faster if I just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that. I'll just stay in the boat. I think we're through the worst of it. The rest is just a smooth ride. А, пизда. Да. I think you're supposed to see it. Boom. Look straight ahead. Сейчас будет жестко. Здесь на бибы полетели. А сейчас жестко. Все, давай сюда быстрее. Быстрее, ты разворачивай. Теперь сюда. А, лол, я перепутал, я перепутал. Упс, сори. Бум. Бум. А так хорошо шли, вообще без потерь. Бум. Все, короче. Rest in Pepsi. Один шот. И мы развалимся. Я перепутал. Надо было в другом против. Да, здесь мы типа должны застрять. Давай влево. Не увлекайся. Я так от сцены никогда не ждал, да? Воу-воу-воу. Ааа, я перепутал. А, фух. Нас спасла катсцена. Поздравляю. А, я иду. Наебал, да? Только руку протяги, и хуй тебе. Давай, вверх, вверх. О, оп, отпуск. Сломал, да. Второй уже по счету. You okay? I'm okay. Let's get out of here. All right. Тебе надо соски только заклеить. What have you, huh? Там и Мирыч вроде сидел, но yeah. Все, там один зритель, этот Electrical чудо борт. Electrical Longboard.
Еще есть Зен-Ята-Ята. Не знаю, кто это, часто залетает ко мне к тебе. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. По качеству на стриме? С телефона вообще заебись. You never told me, Leo. Кто-то стримы на телеке смотрит. What is your story with Harvey? Before I got busted, nice. Me and Harvey made a huge score. Rich bitch. No. You ever heard of the Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. Неудобно смотришь, что нарезки себе name amount орёт. Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Ну, короче, это он типа рассказывает, как он, как его кинул Харви, да, вот этот. Уебок. Просто такой пустой злодей, что просто пиздец злодей, потому что, блядь, идите нахуй. Вот почему тут сюжет такой, что прям он чисто нужен для прикола. It's all there. Count it. Looks about right. Кто именно? Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody. Что там происходит? Резинку на микрофон натянул, как это ужасно не звучало. What do you think? Звучало. Same thing I thought. Наигрался. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Ну, типа они были вместе на этом деле, и это решил передать. Personal. It's just business. Give me the briefcase. Нет, блядь, я умер, сука, это ж прошлое. Next thing I know, это ж он в прошлом, блядь. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. Да, я так решил. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. Когда Васаби рассказывает кустори, типа, я там что-то теперь, типа, и как выжил? So you know where Harvey is right now? А меня внучек расстреляли, да? I know one of his guys, Ray. You'll know for sure. Нет? So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's going to be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Интересно, как он с таким большим носом не унюхал подставу от Харви? Лоу. Как он не почуял, что его Харви предаст. Don't go too far, Alex. А, это типа его сына и жена. Мам! What is it, honey? What's wrong?
Hey, Vincent. Vincent, motherfucker, I'm dying. Oh, shit. Alex? Alex! Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is, no matter what. That's just how it is. Sounds great. О, тут можно, короче, сейчас кое-что устроить. All right, keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. You got that right. Never actually set foot in a place like this before. Пойдем, покажем. Oh, yeah? Mr. Fancy Pants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway. Let's find your family. Есть тетка, с которой надо перетереть. Только нет, нет, ну давай. I'm sure you're having a rough day. Блять, это мужик. A woman and a... A woman, huh? I used to have a gorgeous one. Пиздаю. It's a trap, это Бодорик, короче. Шопсный. Бодорик. Вот с этой надо поговорить, смотри сейчас. I'm looking for someone. So am I. My goddamn husband. He better be back soon. What'd he do? That bastard's been cheating on me, and nobody cheats on Martha. I guess he didn't know that. Good luck anyway. If you see him, you let me know. I'll tell you what. If I see him, I'll think about it. Смотри, короче. Другие интеракции я не знаю. Прикалюсь с этими сервисами, достали. Смотри, короче, просто сюда заходишь. Yeah. Hey, what's going on in there? Never mind what's going on. What you want? Cletus, come on, honey. I'm coming, sugar. Calm down. I'm getting cold in my lady parts. Okay, okay. I got to go. Bye now. Здесь мы слышим. That gotta be that lady's husband. Maybe I should tell her. А стой тут. Сейчас, блин. Hey, lady. Did you find him? Come with me. I might have an idea of where your husband is. You see that trailer over there? Yes. All yours. Oh, he's gonna get it now. Немножечко подвинься сейчас. Такой трах-бабах можно было и услышать на таком месте. What the hell are you doing? Martha. Nobody cheats on Martha. Черт, не подсмотрел, короче. Любим занятие забивать, сука, гвоздь. Только нахуя, я не понимаю.
Просто стоишь и забиваешь кнопку. Boss me. Подожди, сейчас. Boss me. And then just touch me. So I can get my satisfaction. Boss me. And then just touch me. So I can get my satisfaction. Yeah, satisfaction. Satisfaction. Hi there. Здесь нет. Пойдем. Can I have a go? Sure thing. Here. Thanks. Hey. Hey. Wanna try? Yeah, sure. Here you go. Thanks. Еще когда-нибудь в яйца тебя запихаю. Swing and miss. Nice. Ah, crap. Swing and miss. А сейчас вверх, оп. Ah, crap. Так ты что-то один раз отбился, его. Nice. Come on. Swing and miss. Nice. Come on. Давай поменяемся. Thanks, I'm done. Okay, Thanks. See you around. I'm done. Okay, bye-bye. Hey. Hi there. Hey, what's up? Hey, you interested? Can I take a swing? Yep, go ahead. Yes, no. Thanks. I'll do a few pitches. All right, go ahead. Thank you. Вы можете попрощать по дороге, ну, выкинуть закрученный какой-то. Oh yeah, curveball. Damn it. Ты что ты делаешь? Иди в шоу. Good hit. Damn it. Yeah. Oh yeah. Curveball. Shit. У меня больше счет все равно. Shit. Good hit. Oh yeah, curveball. Oh yeah, curveball. По яйцам попадал. Shit. Yeah. Good hit. Сейчас все попадать будут. Ну, почти. Давай. Блядь. После того крика надо крикнуть. И сразу нажимать надо. Ну, ну ты... Yeah, yeah, to the moon. Shit. Yeah. Damn it. Oh, oh yeah, curve. Hey. Good hit. Damn it. Oh yeah, curveball. You're welcome. Okay, I'm good. Кто красавчик? Yeah. Я nice красавчик. Хуйня, короче. Hey, mister. I'll clean your shoes for a buck.
Nah, I'm fine. Come on. There must be something I can clean for a buck. You might hey, want to straighten yourself. I see my kid over there. Come on, let's check it out. Нашел. Sorry, that was rude of me. Yes, it was. Accept my apology. Sure. For a buck, I will. You're persistent. Сука, ты вот здесь пролезть не можешь? Ты чё, даун, что ли? Vincent, help me out. I need help. Vincent, Vincent, Vincent. Где? Какой он немощный. Нет, нет. Обойди по левый бок. Do you know the way? You do not know the way. Hey, Linda! Over here! Leo! Hey! Что-то ору там Рецу планы строит на какой там 2002-миллионный. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am. Сейчас бы не поставить, оцепление рядом с женой беглого преступника, конечно. If he tries to make contact with you, you let us know. Yeah. Sure. Goodbye. We should be fine now. All right. We good? Of course we are. You okay? Yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex, look who's here. Alex! Hey, buddy. Там шеф в чате пугает, пиздец. Don't worry, Leo. В Дискорде, да? Just a little bit upset. Очередное блокирование даунлоуда винды, по-моему. Yeah. Software download.microsoft.com. It's okay, baby. Come here. Для андроидов. Is this the guy? Yeah. This is, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Для андроида, да? Of course. Для андроида. Для андроида все-таки Google пилит эту херню. Так, иди к своему... А, блядь, мне надо к пацану идти. Нет, давай сначала в дартс. Ты пока помоги моей тянке этот, завести ее в моторчик. Hey. Hey. That's a really nice bike. Охуенно тебе сейчас будет в дартс играть с джойстиком. So, how long have you known Leo? A while, I guess. У меня же с клавиши. Ну, типа с мышки. Клавиши. Давай еще разок. So, this is a hat Shaggy 57, right? Actually, this is a 59. Nice. A 59. It's really a beautiful bike. Yeah, thanks. I'm the best. Не-не-не, тебе надо завести мотор, лол. Hey, did the cops bother you? No more than I can handle. What they say? Ебитесь. The usual bullshit. Давай. Oh, trust me, I know. Нихуя ты, жесткий. Ну ладно, один. Да. Still fixing those bikes? You know I do. Сейчас мне надо с пацаном перетереть, пока ты развлекаешься с моей женой. Пойду.
шпингалету. Причинус. Да, починник за это. Полтинник, починник. Beautiful. Так, у меня пацан сбежал, пан. Those were happier times. Hate being away from him. Лошара, сейчас иду тебя выебу. Поставлю рекорд, который ты не побьешь. Да не, можно пофигачить там, сенсе. Короче, дай батя. Иди помоги жене пока. Все ясно. Давай. Давай. Not focused. Ясно, короче. Сейчас батя рекорд поставит. You need help with something? Что? Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Я просто на рандом сейчас кину, заберу эти. Повторю. А на что там зумить? I'm sorry. Where did you say the wrench was again? It should be in the shed over there, I think. All right, thanks. Wow. Hey. Yep. Boom. Get the fuck out. Go, man. Thanks. Fuck. Want to start it up for me? Yeah, yeah, I could do that. Go ahead. Второй болзай. Надо еще раз. Все три надо в яблочко попасть. All right, I got this. Fuck. Это я уже на рандом кидаю, чтобы... Fuck. Damn it. Almost there. Bullseye. Сотка всё. Не-не, я сейчас на 150 сделаю. Просто жми на эту педальку. Ага. Говоришь, интересный геймплей. А пизду, короче, все, я пошел отсюда. Так засунь этот геймпад в штаны. Да, за поциком. Он на пенек сел просто. It was all right. Come on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Hey. What's this? Hey, look, your sign is broken. Bullseye. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry, I'll fix it for you. Let's see.
I think I'm gonna need a hammer. Holy crap. Так, 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 а ну промазывай. Красавчик. Pulse me, Avengers touch me, so I can get my satisfaction. Alex, you should come down and see it. Сейчас иду. Ты классно тебя задвинул, типа, на тебе в пизду. I love you, buddy. I love you so much. You wanna play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes, I am. That could be fun, but maybe we should get going. Сейчас будем танчить. Это не так смешно. Мяч вводим. Просто обалдеть. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I'll win. ЧСВ даже с сыном, блять, ору с этого Лео. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Можешь... Daddy, pass it to me. Просто берешь? Давай, пацан, мне давай, пацану не будем давать. Да, да, просто стоим в кольца. Так, вывести из круга надо. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, поехали. Вот. Теперь твоя четверь. Did you see that? Daddy, pass it to me. Did you see that? Сейчас. Daddy, pass it to me. Прямо в гнездышко. А, ему помочь. Ладно, ладно, ладно. Так и быть, личинус, так и быть. You're good, Alex. Really good. You think? Yeah, you should become a pro. Really? I'll be right back. Особенно после того, как его разводили, да? Alex, you're way better than us two. I'm gonna be the best. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are, but I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah, me too. Come on, let's talk. So, this is home now? Not for long. If the cops find us, we'll have to get too. Будем в машине. You know what? Let's just leave. Let's get out of here. Просто так прикольно подпрыгивает, он может просто положить в это кольцо, но подпрыгивает и ноги разводит, блин, как этот шорт. It's the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Он тебе пас даст, если не попадет. Set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Давай, давай. Опять тебя, наверное, задвинет. Ору. Linda, any idea where Ray is? Ray? What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Я бы сказал, мячики даже. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait.
Я пувка. Here you go. I love you. I love you too. I love you. Yeah, boy. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going, buddy. Look, I have to leave now. Не будет. Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Сейчас мы с тобой уедем грабить. Next time, I promise. Людей, честно. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Нет, тут еще кое-что будет. Мы с тобой сейчас подеремся. Проверим, насколько ты хорошо владеешь своими пальчиками. What if he doesn't? You will. Trust me. Потому что одного человека я уже сделал в этой игре. Hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Давай блефуем. Oh yeah? And you're gonna stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? You just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. Красивая стройка, кстати. Свет классно играет. There you go. You better hope you're building the code, man. Damn inspections. How many of these guys are they gonna see? Это проверка. А докажите, что это проверка. А докажите, что это не проверка. Nice job. Я бас. Не, уже не знаю. У этих там совещание наверху. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. Пока ничего интересного. Ясно. Блин, я тоже не стал самой тюрьмы. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy? Hey! Нам там неудобно будет. Если что, по-большому, короче. Минут 20, минут на 20. Бля, че-то ору. Реально, знаешь, решил, допустим, со стрима отойти в тот же самый толчок. Просто зашел толчок здесь в игре. Can I ask you a question? Can't you see I'm busy here? Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. So can you tell me? Like I said, I'm busy here. Over the right. What's up with you? Damn back. Ah, я закончил. Ah, как хорошо. You gotta lift with your knees. Damn, that's so good. My knees? Yeah, you gotta bend them. Or you'll blow your back out. I've already blown my back. Right, well, then I guess it's too late. О, погнали к тем мужикам. Walkie-talkie. That's right. Walkie-talkie. Could you reach your foreman with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you around here before, who are you?
I'm none of your business. Could you please reach him? Fine. Иди сюда, иди сюда. Hello? 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 Oh, dang it, it's not working. Come on, come on, hey. Come on! You want to try? Nice! All right, why not? Good choice. Давай, take давай, him down, take him down! Yeah! Нажимать. You're about to go down, my friend. Let's do this. Three, nice. Two, one. Come on, come on, come on! Yeah! Не зря столько лет дрочу. Take him down, take him down, yes! Hey, you wanna try? Nice! All right, why not? Good choice. Come on, come on, come on! You're about to go down, my friend. Let's do this. Three, two, one! He can't handle it! Что ты сделал? Писюном, что ли? Take him down. Yeah. Ага. Ну, 1-1. Будем доигрывать. Hey. Погоди секунду, я сейчас все клавиши вокруг этого вытерну. I'm okay, thanks. Take him down, I'm gonna pretend I didn't hear that. Макрос, да, включу. Hey there. You wanna have a go? Все клавиши вынул, короче. Все, ничего мешать не будет. Come on, come on, come on! We're about to go down, my friend. Let's do this. Three, two, one. Я вообще руками ногами бью. Take him down, take him down, yes! Я же пальцы сплетаются. Не могу. Come on, come on, come on! Yeah! You can't handle it. Я же сплетел. Абсолютный чемпион. Take him down, take him down. Yeah. Сейчас, подожди, я клавишу вставлю, да? Nice. Come on, come on, come on. Yeah. Hey, you wanna try? He can't handle it. Yeah. В этом ее прелесть, все. Почти ёлью. Макросики, я тебе на макросе сделаю, короче.
Главное только забить все на тройной клик, которого у меня нет. Ты еще хочешь, что ли? А, нет, это не ты. А что мне вообще не было? Alright, why not? Good choice. Enough of this. Loser. Who? Все. Who? Все, нормально. Yeah. Hey Leo, over here. Я тогда вставляю потихонечку. Ох, потно, потно. Брэйн, ты себя замутил, короче, у тебя нет звука. What the hell am I looking at? Да. Can you explain this shit? Похоже, да. Just spit it out. It's too weird. А, звук игры. I told you it should be... А меня слышно, а тебя нет. Короче, у тебя голос не слышен, микрофон. Все это время я один говорил, у нас столько итераций было. А так, не, подожди, я себя слышал на стриме. Странно, может я типа слишком громкий. Ладно, нам надо жирного догонять. Начнем с этого. Escape-то нажми, там нельзя. Go, go faster, dun-dun-dun. А так? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Shitty elevator. Чего ты раньше не сказал? У меня-то звук без этот. А, меня не слышно было? А, нет. Shit. Что у тебя звук? Чего ты раньше не сказал? У меня-то на этом, на телеке звук-то вырублен. Да у меня тоже на стриме звук вырублен. Я просто картинку смотрел. Я один был там. Найс контент. Блять. Найс контент просто. Один играет, второй говорит. Это как... У Хардстоуна была стримерша якобы, которая, короче, была вообще там топ-легенда и так далее. Потом оказалось, что это какой-то азиат, а стримерша просто чисто сидит и делает вид, что играет. В том деле играл какой-то азиат. Блин. Ты когда-нибудь успеешь туда, нет? Я это отвлекся, подожди. Мне бежать надо, да? Да. Да, лоп. Надо звук проверить, я вроде... Короче, я тупанул чуть-чуть. Я в лифте катаюсь. Нейс. Бля, я тут потею вообще-то. Не все такие умные. Если кто-то живой на стриме, может он напишет, что... Да я у Юмер спросил сейчас. Но будет время чек. А ты куда спросил? В Дискорд. Я тут. Можно параллельно открыть то и другое. Я успел, я успел. В смысле не успел? Ты что там надо было нажать? Просто бежать надо. Ты бежал? Воу, щит, щит, щит. А, это я, по-моему, скатился. Да, похоже, я. Я просто отвлекся опять же на Дискорд. Тебе все слышно. Все, мне там со стрима говорят, что все слышно, когда тем больше. Топ-контент, конечно. Воу-воу-воу. Ну давай сразу в бок, тупицы, я бы сразу догадался. Я же мумий. Do you ask for this, asshole? What do you ask? А, там что-то нажимать надо было. Или да твое. По-моему, моя. А мой быстрее едет, как ни странно. Топ-контент, короче. Интересно, на Ютубе все есть? Что? Записи на Ютубе будут нормальные или нет? Звук, в смысле? Да. Я походу в ОБС просто тупанул и... А, окей. А запись идет у тебя как? С ОБС же.
Да. Я думал, короче, у меня звук Дискорда. Ну, в смысле, я думал, дублируется звук. Поэтому я нажал мут. Зачем-то. А, блин, я на тебя смотрел, лол. Я не понимаю, что делать. Мы пришли на лифте вот сюда. Я падать не хочу. Давай-ка я сюда пойду. А ты пока туда пробуй. А пойдем сюда вдвоем. Ёбаный рот. Вот это реально очень высоко. Конечно, не особо люблю высоту, но пройтись вроде бы смогу по такой херне. Я не могу упасть? Попробуй. Давай попробуй. Навись там вперед, подергай. Не, не хочет. Просто. Скрипт и... Скрипт и фу. Let's look around. He's probably hiding somewhere. Нет, здесь его точно нет. There's another container here. Let's check it out. Нет. Hey, what the fuck? You saw it? Yeah, hello. He locked it. Help me bust it open. В обход? Или чё? Help me bust it over. Ой. Давай. Раз, два, три. Блин, тут кнопка другая. Сейчас. Раз, два, три. Так, я быстро опускаю тебе этот дирижабль. Так, садись на него, полетели, как говорится. Ну. Давай. Прям вот так ему надо, да? Вставай. Да он свалил уже домой к себе. Как мы это делали? На кран. Лесенку скинь. Не, я побежал. Ладно. Да какого... Откуда у него топор вообще? Гарри топор. Возьми топор. Блять, вот прикинь, что мне сейчас надо делать. Человек, который очень боится. Короче, мне надо за ним бежать, да? Да. Это пиздец, да? Для человека, который боится высоты, такой хитрый, да? Come on, just keep moving. You're not afraid of heights. На что он рассчитывает вообще? А, больно. Господи, я дойду уже, нет? Пожалуйста. У меня душит, помогай. Я его буду душить. Это моя задача. Капец, он что смел. Вот теперь 2D, да. Алло, видел, да? Алло, нет. Я потерялся сразу. Сюда, блядь. Питер. Питер. Да, ну иди с... О, блядок, мать твоя, ну иди сюда, говно собачье. Ты ко мне решил лезть, а, блядок, мать твоя. Говно жопа. Бля, что это было? Видел это? Только вы знаешь, это мгновенное убийство какое-то. Как у Пускара ульта, короче. Это реально ультахус. Только у тебя копья не хватает хорошего такого. Я с собой его пронес. Я Джор. А, я понял, но в тебе. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you!
Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Будем его пытать? Да. Окей. Найс. Oh, look at this. Whoa. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if he'll talk or not. Так, начнем с лампы. This should be interesting. О, да. This time he'll talk. О, я вот хочу. Давай. Можно много проткнуть? Great. Grandpa's back again. Do you know what a nail gun does to a human body? You don't have it in you. Что можешь с кошельком сделать? Go ahead. Do it. I knew it. В смысле? Прострели ему колено. This is your wallet, right? Yeah. Oh, look, what do we got here? Your car keys. Yeah, so? Try driving it now, huh? I still ain't talking, jackass. I got a spare at home anyway. Ah, shit! Fire is always convincing. Nail gun. Classic. А он ему прострелит через колено? Come on, start talking. I said start talking. Come on. I ain't saying shit. Fuck you. God damn it. Давай пистолет попробуем. По-моему, они не знают, как, короче, этот... How's that feel? Oh, fuck, man! You shot me in my knee! Yeah, and the next one's gonna be in your head! Stop it, man! Сильно толерантная игра. Alright, guys. Alright. Alright, you win. I'll tell you what you want. Чем они могут ему паяльной лампой лицо всю жизнь? А там, короче, скрипт на четвертое действие. Четвертая штука, которую ты выбираешь, это у тебя обязательно срабатывает. Да-да-да. In Mexico. I don't know where... У нас это была... гвоздодёр. Блин, я хотел поедать на лампу распалить. А он там типа говорит, типа, тебе подпалит лицо или хера? Он такой, не-не-не, все скажу. Интересно, обычная лампа, он куда ее... Ты видел там лампочка обычная какая-то? Down in Mexico, then. Yeah, we're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait, step aside. There you go. Yeah, yeah. Не видно, парни, совсем. Ни за что посадили, да? Все мы невиновны. I'm innocent, as all we are. That's good. I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, I guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Does it get high? Just make sure nobody gets hurt. Okey-dokey. Сейчас будем пистолет на счет. Бам-бам. Короче, пойдем со мной.
встал. Я смотрел запись. Нормально будет. Ты так. А, лол, я не хотел. Лол. Okay. Лучше бы ты оставил себе, там другой скрип, короче. А ты этот видел уже? You're wasting your time. There's barely any cash in the register. Open it. I told ya. Shit. Not one more word from you. What's sit down. There is no safe. Sit на бутылку. And shut up. All right, all right. На бутылку ранее сначала. We should check it out. Так, что там? Ищи сейф. Он вот тут сбоку. Я за ней послежу. Вон там, да. Открывай. А, мне там помочь тебе надо. Да, открывай. Мексиканец кучу схватил. Все. Займи сейф. Видишь, тетка что делает в фейл. Give me the combination. I don't have it. Don't make me do something I'm gonna regret. Give me the combination. Fine. 137. 137. Thank you. Ah, nice. Что там, $100? $100. Let's get to the car. Вот эта дверь открыта, а вторую выбивает. Что-то у нас зрители это не особо и ребут не стримит. Напиши еще раз. В диск? Проспавлю еще раз тогда. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. All right, see you there. So, we got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax, man, right? Yeah, yeah. Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Что, у нас там перестрелки прям жесткие будут? Vincent, how nice to meet you. Я ему очень хочу. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Говно ебаше меня. Ну да, вот, ебаше меня. Хочешь мешаться? Да, мешаться. Давай ебаше. Who the fuck is this guy? Whoa, relax. Ah, put the gun down. Okay. Jasmine, put the gun down. Come on. Бля, ну пиздануть ее можно было. I told you, he's with me. Let's just do this fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Кого все равно ее пристрелим? Попробуем.
но, по-моему, не получится. Она все-таки сюжетно важна. Она дальше будет еще? Да. Here. Так, Комья. This should be more than enough. Hurry up. Че, еще выбирать можно? Я сам начну. Hello, baby. Aren't you badass? Так. Nice. Brand new empty place and a gun full of close quarters combat. Бесконечные патроны? Да. Ну. Я же по идее отдачи. Place. Ну ё. О, перекат. Good idea. Стенка. О, еще и разрушаемость есть. Найс. Че еще можно подстрелить? Да. Хоть квакаться дали. Все нарисовал? Да. Бегучие эти вождения мешают. И она не пропадает. Меня слишком сильно разносит. Там есть типа миника что-то. Возьми лучше дробаш, мне кажется, он будет плохим. Все она нарисовала, это главное. Ну, у тебя не получается. У меня вообще же грехово. Нет, они исчезают, нет? Исчезают по чуть-чуть. Количество этих там ограничено. Я достраиваю за тебя. Хорошо, что нас теперь смотрит. Народное творчество. Хуйня какая-то. О, бросать бутылки. Я люблю бросать бутылки. О, лол. Круто. Я могу бросать, а ты будешь стрелять в них или что? Да, только мне надо убежать. Всем. Вот это реально круто. Давай. Он рандомно кидает? Нет, ладно. Да, рандомно. Давай я попробую. А, у тебя же джойстик. Найс аим. У меня он вообще... Почему здесь? Ебать, у тебя дергается.
Nice shot. Well, thank you. Давай еще раз обменяемся. Блять, это ебучая очередь из трех пуль, давай. Wow, impressive. Hold your... Мне кажется, там вдалеке хрен, хрен попадешь вдалеке. Смотри, смотри. Как он быстрее пули кидает? Игорь же дробовик лучше взять. Попробуй, кстати, ну, с твоим аимом, ну именно от мышки. Давай, давай напишем ребут пидор. Куда? Здесь чёрт. Прям. Не, сейчас это дробашит. Давай лучше я дробь. Как раз ей можно хорошо писать. У меня заканчивается поле, блин. Ну ладно, типа. Рисовать. А, ни хрена она, короче, не этот. У нее не меч. Дача. Не, мы столько не напишем, короче, да? Напишем, напишем. Какой хрен она мне без прицела, интересно? Не, я все-таки возьму М5. Гоу, короче, поехали. Лего? Give me a minute. I wanna make sure I have the right weapon. Ну, баш говно, да? Ну, чуть не, не президент Скример. Кто же эти три человека, что нас смотрят? Кто же эти бедолаги, которым заняться? Смотрите, как ты офаешь микрофон, и один болтает. Главное, кто-то говорил, понимаешь? Неважно, никто кто. Никто при этом не сказал чего. Да, да, да. У тебя-то режим мира, а у меня нет. Electrical on board нас смотрит. Что это такое? Hey, it's me. I got some information. Ну, явно он электрический, и явно он лонгборд. Ну, okay. You know sure. Like, смотри. Шпионит, сучка. Ага, а у них есть дартс, а у тебя нет. Чего? Не у них дартс, говори, есть, а у тебя нет. Harvey! Harvey! А, у вас есть зрители. Found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Мы almost finished. Игру? Будет... А, не-не-не, какой almost finished? Сейчас будет больничка, потом, точнее, сейчас будет улица, потом больничка, потом, потом уже штурм, потом, потом конец. Че, мы к ней в больницу типа поедем? Да. Как он знает? Это жена, это твоя жена. Как он знает? Он ей позвонит, она не ответит. А нет, ему кто-то позвонит из его друзей.
который нас и повезет на это. Короче, нам еще на завтрашний день тут есть контент. Ну, игра на 6 часиков. Ну, как раз. Я что-то долгие игры не очень. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get to that plane. Что-то есть что-нибудь интересное? Надо мелочи взять. I still don't have any change for the call. В Саус Парке была серия про мелочи. Там бомжи ходили такие, мелочь. Сюда. Come here. Блин, почему нельзя нажать и увидеть тебя? Yes, can. Типа, где? Ко мне. Можно доебаться до любви? Можно, но не нужно. Его там мелочи интересно. Есть? Я тебе сейчас дам интересно. Дай мелочь. Can I help you with something? Yeah, I need some change to make a phone call. Sorry, but you have to buy something first. No, it's mistake. All right. What do you recommend? Are you? Ah, I have some top-notch girly magazines. I'll pass. Give me some cigarettes, filtered. Sure. Good day, 18. Here you go. You're welcome. Thanks. Тяжко стоит на бородочку. Оттяните ко мне. Блин, где ты вообще? Я в помойке. Вот, видишь, дёргаюсь. Назад. Правее. Вот, за тобой прям. Вот так. Левее. Чё левее? Вот там. Девочка с ним. Здорово. Позори с ним. It's a nice night, right? Чё он сломал стоит? This типа не is видно? Not what it looks like. I didn't see anything. Just be careful. There's a lot of people around. So? I'm not doing anything wrong. Look, I have a few burglar tips. If you want them. No, I don't need any. All right then. Good luck. Okay. Good luck. Мы просто посмотрим. Well, hello there, handsome. You're talking to a married man. Just my luck. Do you need any help with that? No, thanks. I'm fine. You sure? Because I know some tricks. Я застрял, пацаны. Look, I got this. Okay? All right. Just trying to be helpful. Good luck. Thanks. Тупая дура, конечно. Но голос приятный. Пойдем, я оплачу свою ночь. Точнее, ты сам себе будешь. Большой мальчик. Даже провожать не будешь, не дадешь. Что за тип? Типа топ. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Okay, great. Какой он воевал? What? Бобби спросил не очень. I wasn't, you know, when? There. What? Vietnam? Where's she? Was it as bad as they say? Okay. Thanks. Hey, did you get us a plane? Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away.
I'm not walking away. But something happened, and I need to be there, all right? Vincent, I've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! Это самый кривой стрелок в моей жизни, которого я видел. Хуже даже, чем штурмовики из «Звездных войн». Просто ужас. Смотри, два стоячих парня. Вообще даже не смотрят. Он промазал по одному и по второму. Чей перезарядился. Да. В этой игре мне очень нравится операторская работа. Прямо она суперская. Да, она такая, камера с ума сходит немного. Ну, у тебя же джойстик. Лео, hold on! I'll help you barricade the door! Окей. Я же съебаться хотел. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Up there, the vent. I see it. Короче, иди, я тебя прокачу. Чего? Vincent, давай заводи свой мотор. Да, сейчас я иду к тебе. На чем кататься будем? Вот на бибомобиле, ну на. Ну блин, надо найти как его. Вон там толкать написано. А, все, типа вручную, окей. Лестница. Я жду вообще. Короче. Давай, давай, прыгай. Да не, мне кажется, это вниз. Ой-ой-ой, он уже близко. Мэри, похоже. Не-не-не, все, 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 окей. Get over here, I'll help you up. Давай, давай, помогай. А, ну он, короче, скриптово будет бить этой херней. Вот сейчас разобьет. Открываем вент. Надо болтики крутить бы. Ооо, тихо. Ну да. Пафосный киллер, короче, такой чисто. По-моему, он на свою стрижку больше времени потратил, чем на изучение навыков киллерства. Но его тоже можно понять, на данный момент его, блядь, с прожектора с глаза светит. Зачем он в них стреляет, вопрос? Не знаю, он даун. Чё-то хочешь. Рип. Как это умер? Он меня просто взял и убил. Ебать, прыжочки. Блин, долго только. Да, долго. Ты играл в Call of Duty? Какую? Modern Warfare 1. Угу. Помнишь, там есть миссия, когда ты почти в финалочке, тебе нужно... ну, ты должен попасть в зал, где есть коды запуска. Ну, там, короче, большой зал, а потом вы с Прайсом на Вазике катаетесь. Сложно. Давно это было. А, да. А, типа, короче, это... Ну, короче, там была тема, надо было пробежать по коридору, а я пытался всех убить. У меня ни разу не получилось, короче. Они заскриптованы там все. Да, и, короче, надо было пробежать. Я пробежал, наверное, раза с 50-го. Я просто так ненавижу. Сейчас прыгай на него, давай. Я на харде проходил. Я потом на ветеране прошел, когда узнал, что так можно сделать. Блин, там скриптом было на то, что надо пробежать. Всех там убить не получается. Слушай, ветеран там такой несложный. Ну да, я его весь на ветеране нашел. Видите, они гранатами закидывали тебя постоянно. Под стол, ну, спрятался, и тебе просто 5 гранат летит сразу. Чем разу? Ау! Ау!
И тебя кольну, и тебя кольну. Тебя вообще в шею. Найс. Я опять отвлекся и пропустил кнопочку. Я думал, так надо. Что это было вообще? Я не знаю, зачем это за платформа. Надо было тебе спуститься, в смысле. Подожди. Вниз. А, все, понял. Го душить его. Го душить его. Слушай, парень. Лево, лево! А, лево еще. Хорное дышение. Да, синхронное дышение. Ну, дыши, дыши, дыши. Дуришь. Зачем? Пистолет я бы забрал. Класс, глушитель. Может, это специальный пистолет, который криво стреляет? Сука, с разбросом, да, игру. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah. I know. Откуда вообще Харви знает, что за ним идет кто-то? Так ему ж тетка сказала это, Нигерш. It's my wife. She's in the hospital. Ой, это моя любимая щетка, побег из тюрьмы. Ой, из госпитала. С ребенком? Нет, без. Sure, it's great. За пуповину его привяжем. Да. На спину. You don't seem too happy about it. Сейчас они поноют друг друга тяжелой жизни и пойдет жара. Trust me, I'm happy. It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know, you're right. Of course I am. You know I am. Yeah. You are him. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital. You're gonna see your kid. And then we go get that plane. You with me? Yeah. Какой временной отрезок? Он не может там этот фоточку скинуть просто? Чего еще раз? Какой-то временной отрезок они не могут просто фоточку скинуть там ребенка? По WhatsApp. Так его жена, типа, это... недовольна им тем, что он в тюрячке. И у них, типа, it's complicated. Блин, вот эти перерывы, конечно. Надо было им помереть на сцену, знаешь, в душевой с мылом. Такие сидят чуваки. Sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Фрутоняня? Угу. Carol is my wife. Always what the gosh is child. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out. Never been so happy. Then everything went to hell, and I ended up in prison. Damn. Yeah. Мне нравится, что их везде пусто. Вот. Где бы они ни были, вообще, людей вообще нет. Can I help you, sir? Особо.
No. Вот ты у нее спроси, ты. Yeah. Я пока пойду на мигры. А я чё? Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? Hey, Vincent, let me kick your ass at this kid's game. I need to see my wife, please. Okay, do you know which ward she's in? She just had a baby. Oh, congrats. Take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. All right. Ничего не запомнил? Let me kick your ass in this kid's game. Слева или справа? Нет, сзади ровно. На 6 часов. Посмотри, какой тебе нужно вот. Блин, ровно сзади, подожди. На табличку посмотри, там тебе что-то посмотри. А, да я к тебе хотел прийти. А, ну я слева от тебя. Leo, we need to take the elevator. Come here, motherfucker. Hey, Vincent, let me kick your ass in this kid's game. Спрятался. Let me kick your ass, Догич. Здесь не надо быть так истерично жмакать кнопку. Не, не надо. Я не знаю, как вот играть. Ну, подъебывать, в смысле, меня, по идее. Бля, зачем я тебе сказал? Ау, не туда. Это типа крестиков ноликов, что ли? Попробуй что-нибудь. Сколько надо собрать? А, сейчас проверим. 4. 4 надо собрать. Но. Обойдешься. Блин, ты типа четвертое закинешь? Нет, вот так надо. Обойдешься. You lose. Good day, sir. Ha! Suck it, loser. В смысле? А, вряд ли. Блин. Yeah, right. Ты хитро жопы, а? Гроща. Я что-то не в диагонали вообще не увидел. Хитрый будич. Чем ты это делаешь? Do you know the way? Просто задолжили друг другу. Так. Там ты третью можешь поставить. Нет, третью я здесь пока не могу поставить. Как она 4 считает? Ну, вверх, вниз, влево, вправо, по диагонали. Come on, man, your kid will be in high school. Так. Ты сюда что-нибудь кинул? Я не кину, я не настолько глупый. Ну кинь сюда, ну сюда. Сам кидай. Нет. Come on, man, you. Делаешь? Ну если бы не я кинул, ты бы кинул. Не, я бы туда не кинул. Почему? Сложные Just make your move, Einstein.
Einstein. Einstein. TX. Давай так. Так. Чего мы можем? Это интересно. Блестики навыки. Заблочили все, блин. Come on, man. Your kid will be in high school. Так, отстань от меня. Finish this round. Че не знаю. Так, если была бы кнопка давать комментарий, я бы жмакал по КД. Так. Так. Ну, у тебя только один ход, на самом деле. Вот это. Я тебя доджу здесь. Теперь надо тебя вот так собирать по диагонали. Эй, зачем? Такс. Найс. Зиппин, алёль. Just make your move up. Нет. Блядь. Я проебал этот момент. Who's your daddy? Давай еще. Проебал что-то этот момент. Who's your daddy? Я сам очень не проебал. Да я думаю, блин, заметит, не заметит. Ты зря вякнул, я бы не заметил. Мне Пепас Ворлд пингует. Тебе, наверное, тоже. Да, он задолбал. А я там замутил всех. А он все равно пингует. А ты, короче, берешь и... Окей, давай. Нет. Нет. У меня теперь больше шансов. Are you retarded? Но. Просто пустоты что ли заполняешь? Так, это задоджено, это задоджено, это задоджено. Ну давай сюда. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this. Нет, сюда не вариант. Так. Тут фишка, короче, ну, самое крутое сейчас. Самая фишка, это, короче, сделать так, чтобы у тебя складывалась четверка, и вторая четверка складывалась на фишку выше, чтобы типа ты, заблочив одну четверку, дал мне возможность поставить вторую четверку. Так. Вот это типа, тем я понял в этой игре. Комментарий, давай. Угу. Задоджено. Сюда я всегда успею задолжить тебя. Нет, не всегда. Just make your move. Einstein. Your daddy.
Just make your move, Einstein. Напряженная ситуация, напряженная. Всегда надо три до конца оставлять, когда у чувака складывается. Я же выиграл, чувак. Бля. А там без вариантов было. Давай отыгрывайся. Чё-то пиздец, я глаза долбусь. Давай, напрягай мозг. Я себе хочу такую игру, блин. Мне прям понравилось. Попробуй-ка за доджи. Сик. Доги. What the hell is going on? You know the way? You do not know the way. Смотри, если ты сейчас кинешь на две свои, то я обязательно буду кинуть на них. И тогда ты мне прям, ну, я выиграю практически. Ну да, ты типа хочешь лесенку построить, только все равно моя будет сверху. А, тогда тебе надо сюда поставить, да, твоя будет сверху. Поэтому я заранее сделаю. А еще я еще один твой. У тебя два мун здесь. Один сложный, второй простой. Интересно, какой ты выберешь. Come on, man, your kid will be in high school. Отстань, блин, он мне напрягает. Блин, вот сейчас ты, похоже, выиграешь. У тебя очень много выигрыш. Но каких-то для меня особо пока. Меня вот напрягает то, что пол просвечивается, кажется, как будто зафилена фишка, а на самом деле нет. А, да. Ну, гаучо. Ну, типа, доджу. Теперь доджишь ты. Теперь... Доджу я вот здесь. Чтоб ты вот эту свою фигуру не построил, конечно. Так. Все, у тебя типа аутов почти нет. Я твои не смотрю. Come on, man, your kid will be in high school before you finish this round. Just make your move, Einstein. Сюда ставить Как же он тебе овнит. Заебал. У тебя очень простая стратегия есть. Вот кидать, филить вот эту вертикальную. Да это я понял. Я тебя поставил и задоджил тройную.
Но я это раскушал сразу же. Ну, типа, смотри, стратегия. Вот сейчас пустая колонка, которая есть, а вот первая, вторая, третья, пятая, короче. Пилишь ее до трех, да? Я, типа, ставлю четвертую, ты ставишь пятую и... А, нет, тебе шестую надо. О, да, точно. Не, пока я не буду так. Так, а тут можно мне что сыграть? До верха дойти, может быть? Ну, да, наверное. Так. Чего я еще не вижу? Ничего я не вижу. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this round. Что ты сделал? Не скажу. Да, логично то, что одна из последних. Вот это вот. Just make your move, Einstein. А, нет. Блин. Что ты хочешь сделать? А ты похож на жопу. В смысле? А ты похож на жопу. Это из Гриффина. По-моему. Так. Come on, man, you can... Ага, ну ты хуй. Я понял, что ты хочешь сделать, сори. Not this time, big boy. А как бы тебе в любом случае, возможно, придется. Ты чё, охуел? Привет, ты охуел? Я понял, что ты хочешь. Пиздец. Но, как бы... Сори. Я пошел дальше видеть. Похоже, ты выиграл. А может и нет. Смотри, какой мув ты сделаешь. Так, on, давай man, посчитаем. Блин, крутая игра. Да, залипательная тема. Блин, она сейчас выберет. Как раз нас никто не смотрит. Можно и потупить. Ха. Ха. Хам-ма-ма-ма-ма-ма. Just make your move, Einstein. Einstein. Steven, Einstein. Я думаю, почему я вот сюда не закидываю? Я почему-то это не делаю. Забыл почему. Потому что ты хочешь зафилить вот эту колонку, чтобы сам посмотреть. Я, ты. Не подходит. Ах ты ж пидор! О, сука! Если... Ну, все, я это тоже заметил. Там много ходов пиздец. Там у тебя много интересных ходов. Ты меня на двух сейчас можешь подловить, если только я тебя не передоджу. Это будет тяжело. Ну давай уже. Сейчас. Напрягай мозг. У меня уже две неки дабельные будет. Бля, глаз болит. Сейчас. Ах ты ж, сука, блин. У тебя так все хорошо получается, пиздец. И сюда неки дабельно будет. И сюда неки дабельно будет.
Туда только закинул и все, бля. Омега лун. Ну го. Сюда кинуть не могу. Сюда кинуть могу. Наверное. Ты сюда выше поставишь. Потом я точно не смогу. Короче. Не хочешь ты, короче, да? Блин. Ни херственно у тебя получается не быстро. Можешь меня выиграть. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this round. Ого, нахуй смог. Так. Ты себя не ставишь. Буду смотреть, как ты думаешь. Пиздец. Тебе надо думать, я только сижу, доджу на ничью. Ну, да. Я не вижу для себя аутов пока что. Только один. Ну, он тоже невозможен. Хуёво. Хуёво. Блин, ладно, тебе один ход надо. Пробуем так. В смысле, а что ты делал? Ты туда закинул? Ты вот сюда закинул, да? Нет. Блять. А я сейчас на стриме посмотрю. Блять. Да, все. Вот сюда закинул, да? Move, а, сюда не могу. Ты меня задожишь. Сюда не могу. Ты меня задожишь. Сюда могу. Короче, все, я проиграл. ГГ. Давай. Или нет? Смотря как ты походишь. Пока да. Все на меня. Так. Ну, здесь в любом случае, как бы. Один ход. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish. Из всех. Из всех один ход пока. Что? Congratulations, you played yourself. Потому что, похоже, у нас будет не. Что? Правильно, чья? Если я ничего не напутал. На, 4 у тебя никак не соси. Получается. Нет. Нет. Ну. Чё сосать-то? Блядь. Эту я доджу. Ну и чё? Сука. Сильно. Last chance. Сильно много ходов я себе наделал, короче. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this round. Ну, знаешь, хуй знает. Так, а если я сделаю. Лол, да. Короче. Есть один ход, из-за которого я могу проиграть. Не могу, а скорее всего и проиграю. Подожди, так. Так. Так, да, один ход и я проиграю. Почему один? Потому что ты меня задоджишь. У тебя три варианта. Твои, тебя ничего не выставляется. Я в ничью собираюсь, для меня выигрыш это ничья. Тебя либо туда закинуть. Смотри, у тебя четыре варианта, ну три варианта. Из этих трех вариантов один меня убивает. Сюда ты кидаешь потом. Можешь еще раз сюда кинуть. Нихуя. Блять, сложно. Да, я рип. В любом раскладе, походу, да? Нет. Нет? Если накидать, ты наверх кинешь.
не вариант, чтобы ты, я кинул туда. Да. Короче. Сейчас, подожди, вот, подожди, подожди. В одном раскладе, подожди. Я точно. Ты кинешь туда, я кину туда. Сейчас, если я кину сюда, ты кинешь, либо не туда, тебе не вариант. Кинешь туда, потом я кину. Чувак, ну у тебя же изи вин. Все. Туда же. Главное, чтобы ты ход не перепутал. Я кину, сейчас. Что? Найс. Что, да, и кину. Да, тебе по-любому приехали туда. Ну, го, попробуй так. Ты выиграл, поздравляю. А давай, смотри уже. Ох, смотри, если я сюда кину... Ну, это ты... по-любому, да. Ты кидаешь сюда. Сюда кидаю. Теперь что ты делаешь? Теперь, по идее, я сюда кидаю. Да. Я кидаю сюда. I can't help winning all the time. I wasn't concentrating. Сложно. 2-1 или 3-1, я не помню уже. 3, наверное, или 2, подожди, 2, наверное. Я не помню. Ну, первый я вообще что-то не этот. Просто. Давай поехали кидал еще последнюю и погнали дальше. Блин, прикольная игруха. Я бы себе хотел такую настольную. Так. Или ты там себе набросаешь уже тогда? Come on, man, your kid will be in high school. Тебе там. Спасибо. Пойдешься. Мне нравится, что тяжело дольшить вот эти ну. Бля. Хитер. Нихуя не хитер. Потому что проиграл? Да. Suck it, loser. Suck it, loser. Бля, русы в комментариях. Так, это 4-1. Вот эти быстрые как-то неинтересно. Что-то хуйню какую-то настроили, блин. Чисто за то, что ты лошканулся. Ну, что-то да. Проглядел. Походу выгоднее все-таки вот так строиться. Изначально вверх. Стройся. Гол. Че ты делаешь? У меня новая тактика. Давай, я буду повторять за тобой. У меня это шеринган. Ты чё, угораешь? Who's your daddy? Блядь, чё-то я проебал тут, сука. Уже в глаза долблюсь. Гол опять строится. Какой,
зачем? Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this round. И так тоже не вариант. Обойдешься. Так. Ну давай. Обойдешься. Сладкич. Вот ты падла. Задолжить тебя. Но с той стороны я тебя всегда успею задолжить. Вот это я тебя, конечно, в ловушечку поймала. Ну, есть такое, да. Come on, man. Your kid will be in high school before you finish this round. Еще эти раздражающие штуки. Угу. Они больше всего, на самом деле, отвлекают. Так. Ну, это я вижу. You thought I could debated, could be debated on that shit? No, my friend. Yes, my friend. Come on, yes. Man. Your kid will be in high school before you finish this round. Boom. Come on, man. Your kid will be in high school before you. Делаем вот так. Так, что-то я пропустил. А, все на стриме глянул. Текс. Так, блядь. Что ты под? Где ты меня пытаешься наебать, вопрос? Я сейчас обоссусь, походу, на стриме. Давай быстрее. Ссать хочешь? Давай. Мне интересно просто тоже. Сейчас посмотрим. Чем закончится? Напряженная игра, пиздец. Мини-игры лучше, чем игра. Тут? Думаешь? Бобби? Тут. Куда кинул? А у тебя нет стрима, ты не посмотришь. Черт, я не понял, что ты там сделал.
Ах ты ж. Че, все? Да, все, погнали, короче, с больничек. Сейчас я этот. 5 сек. Come on, just one game. Ладно, давай тогда финишанем на сегодня, меня гонят. Алло. Алло. Все, рип. Ладно. Я что-то вылетел. Тут? Алло. Что такое? Алло. Убич улетел.